Ну что, рассказываю. Вот сейчас вернулся я от того мероприятия, где там вот музыка гремит. Я хотел сюда второй раз зайти. Как говорится. Оля, нельзя. Нужно предоставлять QR-код. И который вот по вакцинации мы прошли. И кардидонта Т требует. Так что сейчас вот сниму небольшой сюжетик и поеду домой. Так, ну что у вас тут есть? Ну, желаю. Вот, расскажи, всех поздрав с новым, с наступающим. Это прямо на всю Россию сейчас транслируете? Нет, я сейчас буду потом на YouTube, у меня большой канал. Ага. И вывожу в YouTube поздравления. Ну, мы поздравляем всех соотечественников с наступающим, да, Новым годом, с наступающим Рождеством. Спасибо. Желаем всем здоровья, единство, самое вместе. Главное. И чтобы не было войны, самое главное. Ну, слушайте, чтобы не было войны, это так себе. Согласен. Тут спорно. Иногда нужно дать. А вы сами откуда? Мы сами из Молдовы. Из Молдовы. Очень приятно. Я сам со Ставропольского края. Живу здесь 21 год. Ну, здесь редко услышишь русский голос. Ну вот, я вот здесь в турне уже 20 лет живу. Хороший город. Ну да, вот мне понравилось. Я вот уже на пенсии, 65 лет из Ступного, ушел на пенсию. И сейчас хожу, отдыхаю. Вот завел YouTube канал, развиваю его. Так что спасибо за поздравления, вас также. Всего хорошего. Спасибо. И давайте наливайте.